Я вас категорически приветствую. Иван, 100 лет 100 зим. Да, здравствуйте, Дмитрий. Привет. Расскажи, кто ты. Соответственно, я организатор фестиваля исторической реконструкции «Былинный берег», а вот и некоторых других фестивалей, и, соответственно, сам по себе занимаюсь исторической реконструкцией. Но так как я занимаюсь организацией фестивалей, мне потребовалось изучить некоторым образом историю фестивалей. Поэтому сегодняшний наш разговор будет посвящен истории фестивалей в Советском Союзе. Как вообще советское фестивальное движение зарождалось, как оно развивалось, к чему оно пришло, почему оно отличается от западного фестивального движения, что есть общего с западным, почему оно похоже, современное наше фестивальное движение и советское, соответственно, было. Вот. И это нам позволит понять, почему наши современные фестивали такие, какие они есть, и почему наш Былинный берег такой, какой он есть. Вот. Начнем рассказ, в принципе, издалека. В общем-то, если произнести словосочетание «советский фестиваль», то многие сразу вспомнят фестиваль «Монстры рока» 91 года, где выступали там «Металлика», AC/DC. Кто-то вспомнит молодежные фестивали, фестивали молодежи и студентов, да, 57 года, да, но все началось и зародилось гораздо-гораздо раньше. Вот. Для многих будет удивлением узнать, что корни нашей фестивальной культуры надо искать вообще в 18-20 годах 20 века. Да. Собственно, во временах гражданской войны. Вот. И в 1918-1920 годах советская власть устраивала фестивали прямо в разгар гражданской войны. Это не были традиционные фестивали в нашем понимании, да, но они во многом заложили те традиции, которые актуальны до сих пор. Это были так называемые советские революционные театрализованные празднества. Вот. И их отличала в первую очередь массовость, во вторую очередь это открытость и вовлеченность аудитории, в третью очередь карнавальная составляющая. Ну и в четвертую вовлечение огромных сил и средств, огромные декорации задействовались армия и флот, хотя ну, шли бои в это время. Например, а что они там делали? А вот сейчас по порядку и расскажу. Собственно, первым подобным представлением была так называемая «Мистерия Буф» Маяковского и Мейерхольда. Маяковский написал, соответственно, Мейерхольд поставил. Она произошла в 18 году, состоялась, да, и была более всего похожа на классическое театрализованное представление, происходило в помещении театра музыкальной драмы, если я правильно помню, он располагался в Большом концертном зале консерватории петербургской. Вот. Соответственно, декорации к нему готовил небезызвестный Казимир Малевич. Было задействовано большое количество актеров. По содержанию спектакль был революционным, позиционировался как новое революционное искусство. И он был революционным не только по смыслу, но и во многом по воплощению, потому что были использованы многие приемы, ставшие нормой для современного театра. Современный театр, конечно, ну, имеет и хорошие, и плохие стороны, да, но многие именно модернистские авангардные решения были именно тогда заложены. Вот. Тем не менее, каким-то вот супер таким прорывом, с одной стороны, это было, с другой нет, прорывом стало следующее представление, которое называлось «Третий интернационал», прошло в 2019 году, отличалось тем, что оно уже проходило на улице, вот. Также в Ленинграде. И в нем было задействовано уже там не несколько там десятков актеров, а сотни актеров. Это уже было такой новой формой, и лучше всего мы можем себе представить, что, чем по сути являлись эти представления на примере принципиально нового, самого на тот момент большого подобного представления, которое называлось «Гимн освобожденному труду», и состоялось оно 1 мая 1920 года на стрелке Васильевского острова. Ленинграда. Да? Не все из Ленинграда смотрят, естественно. На стрелке Васильевского острова. И, ну, это самый центр Петербурга современного. Да? Вот. 1 мая 1920 года в рамках празднования 1 мая задействовано было порядка 2000 участников и посетило порядка 35 тысяч зрителей. Что это было? Что это было? 2000 участников. Кто это были? Это были красноармейцы, актеры театров, цирков, кружков самодеятельности,
молодежные объединения, матросы и краснофлотцы. В общем, люди были совершенно разных организаций, задействованы они были по-разному. Да? Более знаковые актеры они играли ключевую роль, остальные играли там массовку, участвовали в шествии и так далее. Сюжетно это выглядело так. На ступенях биржи были расположены такие конструкции, изображавшие трибуны, на которых сидели актеры, изображавшие властителей мира. Там был Наполеон, разные люди в костюмах там, банкиров, деятелей политики актуальных для того времени, изображавших там, буржуа различных, там, купечества и так далее. Вот. А их, соответственно, атаковали участники массовки, которые были, там первая волна сначала изображала гладиаторов римских, вот, восстание Спартака в Советском Союзе было такие, ну, считалось такой знаковой вещью, потому что даже у Ленина работа есть посвященная этому. Поэтому да, гладиаторы сначала их атаковали, соответственно, прислужники этих вот властителей мира их отгоняли, потом, значит, люди в крестьянской одежде на них, значит, нападали, тоже их там отгоняли, французская революция туда-сюда. Ну и в конечном итоге ничего не получается у народа, потом появляются красные знамена, последний, значит, накат, и все получилось, все свергли властителей мира, и произошел, соответственно, что произошло? Освобождение труда произошло, да. Потом массовые гуляния и так далее. В общем, люди были, по воспоминаниям современников, в восторге, потому что ничего подобного никогда не видели. Это массовое представление, в котором было задействовано большое количество людей, 2000 участников. При этом зрители вовлекались. То есть во время представления звучали многие песни, в том числе революционные, которые были знакомы горожанам, «Интернационал» в частности, и хоровое совместное исполнение зрителями поддерживалось, стимулировалось. То есть люди таким образом как бы подбадривали вот эти атакующие волны. То есть это было совершенно новое по типу представление, по сути, фестиваль, и во многом даже напоминающий современные фестивали реконструкции. Вот вы бывали неоднократно, в частности, у нас на Блинном берегу. Соответственно, представляете более-менее. Дальше. Это все, конечно, так не закончилось. Оно набирало оборот. В 2020 году таких праздников было несколько. Каждый крупнее предыдущего. И, значит, следующим таким праздником, тоже в 2020 году, тоже в Ленинграде, стал праздник, который назывался «К мировой коммуне». Он уже собрал 4000 участников, которые участвовали в представлении. Зрителей насчитывалось там, до 40 тысяч, тоже массовое мероприятие. Да. И подгляжу свою подсказку. Так. В действии принимали участие, соответственно, даже миноносцы, стоящие на рейде на Неве. Освещение давали прожекторы Петропавловской крепости. В конце представления из пушки Петропавловской крепости производился выстрел. Затем начинался парад Красной кавалерии, артиллерии, пехоты, шествие участников, разряженных в костюмы народов мира. И все завершилось только по 4 часа утра большим фейерверком. Вот. Апофеозом и последним подобным праздником на тот момент стало взятие Зимнего дворца 7 ноября 2020 года. Тогда участвовали уже от 8 до 10 тысяч актеров. Вот. И зрители говорят, было до 100 тысяч человек в течение дня прошло. Проходило это действие на площади Урицкого. Так тогда называлась Дворцовая площадь, да, до 1944 года. Вот. И как это выглядело? На Дворцовой площади, площади Урицкого тогда, было установлено две огромные декорированные площадки. Одна изображала, значит, стан белых, условно. Там, значит, в комедийной манере изображались действия временного правительства, буржуазии, будущих деятелей белого движения. Угу. Вот. И была большая площадка красная, где, соответственно, большевики готовились к революции. В течение вот всего дня там шли эти представления, как такие интерактивные точки, тоже отчасти напоминают современные фестивали. И в конце вечера, как водится на фестивалях реконструкции, был бугурт. Соответственно, была реконструкция взятия Зимнего дворца. То есть белые там поделились там в одну сторону, красные в другую, и с задействием автомобилей, техники, прожекторов, значит, оружия, была произведена, значит, театрализован
В общем, театрализованное было воплощено вот действие взятие Зимнего дворца. Причем режиссер Константин Державин делал экранизацию этого представления, ну, снимал экранизацию. И вот те кадры, которые документальные мы обычно видим, изображающие взятие Зимнего дворца, это когда матросы лезут через арку главного штаба, ворота закрыты. Все так. Да, через эти ворота лезут. Это как раз вот экранизация Державина вот этой вот постановки. Вот. К сожалению, экранизации других постановок этих театрализованных праздников не сохранились, вот, а именно вот кадры взятия Зимнего дворца сохранились. Вот. И ну, есть фотографии, может быть, мы их подмонтировали, и сейчас их уже все посмотрели, а может быть и нет. Все зависит от моей лени, да, как бы по присыланию материалов. Так, в общем, что интересно, соответственно, мероприятия эти были организованы при непосредственном участии советской власти. Конкретным реализатором был Луначарский, вот, нарком просвещения. И это была не просто спущенная сверху инициатива, да, а активно задействовались народные массы, принималась инициатива снизу. Поэтому эти мероприятия были как бы настолько динамичными и интерактивными и имели завидную долю такую импровизации. Вот. Луначарский по этому поводу сказал: «Поверьте, если бы это празднество было только официальным, ничего, кроме холода и пустоты, не получилось бы из него». Вот. И, в принципе, я с ним согласен, потому что нет ничего хуже, чем вот такой вот тупо спущенный официоз, да, без привлечения инициативы снизу. И в последующем моем рассказе даже будут иллюстрации из более поздних времен, когда мы поймем, что это действительно так, когда тупо спущенные сверху инициативы ничем хорошим не заканчиваются, а структурированная работа с инициативой снизу дает хороший результат. Отдельно надо отметить, что 18-20 год – это годы, да, гражданской войны, то есть терроризм, голод, гражданская война, боевые действия, угроза Петрограду, да? Интервенция. Да, интервенция, да, конечно. И при этом проходят постоянно эти массовые праздники. Причем вот эти праздники, о которых я рассказал, они были не единственными в своем роде. Советская власть активно развивала свой красный праздничный календарь. Появились понятные и знакомые нам праздники, там 1 мая, соответственно, годовщина там Октябрьской революции, 8 марта. Тогда еще праздновали День Парижской коммуны, День Французской революции тоже праздновали, но они как бы не прижились надолго. Вот. И во время празднования этих первых советских праздников тоже подобные театрализованные действия происходили. Они были, ну, воплощались в Киеве, в Харькове, в Москве, во многих городах крупных тогдашнего будущего Советского Союза, бывшей Российской империи. Вот. И тенденции, заданные этими представлениями, они впоследствии в Советском Союзе сохранялись и в 30-е. Мы можем видеть многие решения художественные, принятые тогда и в параде физкультурников, и в других массовых мероприятиях 30-х годов. Таким вот образом зарождалась фестивальная культура в Советском Союзе. Тем не менее, говоря о фестивале, мы обычно себе представляем в наше время чаще всего классический музыкальный фестиваль, когда есть большой список каких-то артистов, большое количество народа, люди либо сидят, слушают, либо танцуют, либо там вообще колбасятся, слэм устраивают, да, как бы. И чаще всего это на свежем воздухе. Подобные фестивали, они, в принципе, ведут свои корни из ранних музыкальных фестивалей. Что такое вообще музыкальный фестиваль? Большая советская энциклопедия дает такое определение. Музыкальный фестиваль – это циклы концертов и спектаклей, объединенные общим названием, единой программой и проходящие в особо торжественной обстановке. Вот. Музыкальные фестивали в таком виде они зарождаются в конце 18 века в Англии, накануне промышленной революции, и приобретают широкую популярность в Европе уже к середине 19 века. Некоторые исследователи развития музыкальных фестивалей связывают, в принципе, с развитием индустриализации, с урбанизацией, так как это яркая форма досуга именно городских жителей, городской среды. Вообще фестивальная культура зарождается исторически в средневековье, в античности, в городской среде. Это городские фестивали, ярмарки, праздники, там древнеримские сатурналии и все такое прочее, с выступлениями там, вот, всех этих
шутов, факиров и так далее. Вот. И таким вот, ярмарки, опять же, да, таким вот образом, это именно досуг, в первую очередь, городской среды, сельское население в подобные праздники особо не вовлечено, потому что это надо ехать в город, чтобы принять участие. Если города малочисленны, мало населены, то и праздников там мало. Вот, поскольку по уровню индустриализации и урбанизации Российская империя сильно от Европы отставала, тем более от Английской империи, да, у нас, естественным образом, все эти тенденции задерживались. Поэтому раскрыться в полной мере такое явление, как музыкальный фестиваль, в Российской империи просто не успело. Потом череда войн, в том числе мировая война, гражданская война, после военная разруха. И первые подобия музыкальных классических фестивалей в Советском Союзе возникают в 20-х годах. Вот. Причем они еще не имеют такое название, музыкальные фестивали, они назывались музыкальные олимпиады. Первое такое мероприятие прошло в 1927 году. Собрало порядка 50 тысяч слушателей и 6 тысяч участников хоров и оркестров со всего Советского Союза. Вот. Потом в 1932 году в завершение Первой Всесоюзной Олимпиады самодеятельного искусства проводится музыкальный праздник, который привлек уже более 5 тысяч участников, именно музыкантов различных коллективов. Вот. И первый музыкальный фестиваль в Советском Союзе, который уже назывался, собственно, музыкальный фестиваль, проходит в 1933 году в Ленинграде. То есть, вообще, Ленинград и Санкт-Петербург, да, в нашем рассказе будет, можно сказать, упоминаться часто как законодатель вообще. Культурная столица. Ну, все так, да, случай, как бы, да. Фестивальных мод, культурных, музыкальных и так далее. Вот, соответственно, далее, что у нас происходит? Великая Отечественная война. Во время Великой Отечественной войны, конечно, фестивальная культура страдает. Более того, крупных фестивалей в это время неизвестно в Советском Союзе. Тем не менее, музыканты активно ведут свою деятельность, да, едут на фронты, участвуют в самодеятельности. Вот, то есть, культурная жизнь продолжается. При этом же пишутся новые произведения, снимаются новые фильмы прямо во время войны, да, в том числе комедии. Вот. Даже в блокадном Ленинграде проходят концерты, в том числе знаменитый концерт Шостаковича. Но я что-то так часто про него рассказываю, что прямо не буду подробно останавливаться. Вот. Возобновляется музыкальная, крупная музыкальная жизнь, фестивальная в Советском Союзе в послевоенные годы. В 40-х годах. При этом тут надо остановиться на таком явлении, как джаз и джазовая музыка в Советском Союзе. Mm-hmm. Джаз вообще это жанр, который появился и стал популярным в 20-х годах в США. Вот. В те же годы он проникает в Советский Союз. Уже там, в 22-м году вовсю по Советскому Союзу концерты. Популяризатором жанра является Леонид Утесов, небезызвестный со своим, значит, ансамблем. Тем не менее, джаз, как мы знаем, в Советском Союзе, с одной стороны, не запрещался, с другой стороны, не чувствовал себя комфортно в полной мере. То есть, он критиковался активно, как музыка буржуазная, да? Как музыка, пришедшая с Запада. Вот. И хотя к концу 40-х годов, началу 50-х в джазовой музыке уже нет никакой сенсации, да, уже 30 лет как бы прошло, все знают, что такое джаз. Первые джазовые фестивали в Советском Союзе появляются именно в конце 40-х годов. Первенцем становится такой фестиваль в 1949 году в Советской Эстонии. Проходит первый джазовый таллинский фестиваль. Вот. Он стал прообразом подобных фестивалей, которые активно шли по Советскому Союзу в 60-х годах, вот, и был, ну, первым в своем роде именно подобным мероприятием. Хотя джазовая музыка продолжала критиковаться, да, тем не менее она находила себе тропинки на официальную сцену, да, и попадала в такую официальную культуру. Тут, кстати, странно, всегда странно было, но если вот это вот нехорошо, то победить можно только тем, что хорошо. Да. Если исполнять «Калинку-малинку», она прекрасна, но если это долго, то хочется чего-то нового. Люди все время ищут чего-то нового, а никто нового ничего не предложил. Абсолютно. Кроме американских негров, которые так жарили там вообще. Все пластинки потоком шли внутрь Советского Союза, все слушали, копировали, сами хотели сделать то же самое, потому что это новое, небывалое, как раньше. Да.
Абсолютно согласен, все так и есть. Не можешь победить возглавь. Да, да. И впоследствии, по некоторым другим историям, которые я вот расскажу, да, это станет даже не то, что яснее, а даже можно вывести как некоторый императив, вообще основной посыл моей сегодняшней лекции. Я даже бы сказал наоборот, но если всем так интересно и все так рвутся, а давайте вы как-нибудь организуйте им фестивали, дайте денег, откройте кружки и прочее. Может, они за 3 секунды научатся лучше американских негров играть и что-то вдохнут свое. Собственно, к 60-м годам фестивали джаза уже становятся не нормой, но таким массовым явлением. В Москве проходит фестиваль «Джаз-62». Вот, это было крупное музыкальное событие, и оно проходило до 68-го года, каждый год. Впоследствии в 70-х, 80-х годах джазом уже было просто никого не удивить, но и джаз уже был молодежи не столь интересен. То есть, для них это была музыка каких-то старых пердунов. Молодежь уже увлекалась чем? Рок. Молодежь хотела рок. И, соответственно, на комсомольских собраниях, опять же, джаз уже не считался каким-то супер-врагом к этому времени, его место торжественно заняла рок-музыка. Вот, сегодня ты играешь джаз, а завтра ты играешь рок. Родину продаешь. Да-да-да. А потом играешь рок и снова родину продаешь. Вот. Таким образом, советская культура, в принципе, переварила джаз, но сделала это очень медленно. И к тому моменту, когда она это сделала, джаз уже не был актуален у молодежи. У молодежи были актуальны другие вещи. Но к року мы еще вернемся. Да, вот джаз фестивали я осветил, но тем не менее, вот после 40-х годов наступили 50-е. Остановимся тут немножко подробнее. И 50-е годы они ознаменованы, в первую очередь, там хрущевская оттепель, да, конец 50-х, начало 60-х. Но главное фестивальное событие вообще во всей истории 20 века, именно фестивальной истории нашей страны 20 века, это фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Это был 6-й фестиваль по счету. Собрал он 34 тысячи человек из 131 страны мира. То есть, это только в Союз приехало столько людей из-за границы, да, не говоря об участниках с советской стороны. То есть, мероприятие реально массовое, шло 2 недели, прошло порядка 800 мероприятий в рамках фестиваля молодежи и студентов. И это были мероприятия и культурной направленности, музыкальной, кинематографический фестиваль шел в рамках этого фестиваля, спортивные мероприятия, различные конкурсы, состязания, соревнования. И в том числе и были мероприятия политической и идеологической направленности. Почему? Потому что мероприятие это было в первую очередь, хотя и молодежное, а политическое. Это был, по сути, фестиваль, всемирный фестиваль левой молодежи. Вот. В этом плане, конечно, можно остановиться на том, каким это было там прорывом для советской культуры и в то время, и вообще для каким-то было большим событием. Да, вот, такого количества иностранцев единомоментно до этого в Советский Союз не приезжало. И, в принципе, даже москвичи в 50-х годах не видели такого количества иностранных туристов, как москвичи или ленинградцы в 80-х годах. Это было несопоставимо. Короче, иностранец в Советском Союзе был редкостью. А тут такое количество людей приезжает со всех стран мира, в том числе из США, там, из Англии. И с ними можно прямо пообщаться на улицах. Никаким образом это не ограничивалось. Более того, даже не ограничивался особо никакой ввоз предметов, вот что ввозили эти участники фестиваля. Поэтому они привозили с собой и музыку и музыкальные инструменты. Таким образом, отчасти в Советский Союз попадает рок-н-ролл, там записи Элвиса Пресли, других артистов. На музыкальных инструментах прямо на площадях, на улицах эти студенты, молодежь играют. Соответственно, джемят с советскими музыкантами, здесь совместно что-то исполняют. В общем, никаким образом общение между советской молодежью и иностранцами не пресекалось. Да? Даже появилось явление «Дети фестиваля». Да? Да. Вот. Интересно. В общем, можно про это рассказывать, но долго останавливаться на вот этом феномене мы не будем. Отмечу только, что из знаковых таких вещей, чем запомнился этот фестиваль в культурном плане, можно отметить, это фильм «Высота», который вышел как раз в 57-м году, он стал лауреатом кинофестиваля в рамках фестиваля молодежи. Фильм знаменитый, да,
песня там это звучит про высоту. Потом песня «Подмосковные вечера» прозвучала именно на закрытии молодежного фестиваля 1957 года, и эту песню мы знаем до сих пор. А также в рамках фестиваля впервые прошел конкурс КВН, который, опять же, мы знаем до сих пор, да, как бы. Богато. Тогда он возник. То есть, вот все это мы знаем до сих пор. И фильм «Высота», и «Подмосковные вечера», и КВН. Но примечательно другое, интересная история этого фестиваля. Как он появился вообще? Почему он шестой? То есть, а где предыдущие пять? Предыдущие пять были не в Советском Союзе, были в других местах. Вот. Как он появился вообще? Тут заглянув в свои шпаргалки. Вообще, в Лондоне в 1945 году в Лондоне впервые прошла Всемирная конференция демократической молодежи за мир, и по ее итогам была создана Всемирная федерация демократической молодежи. В Праге в том же году состоялся первый Всемирный конгресс студентов, на котором был создан Международный союз студентов. И вот эти обе организации, они и стали организаторами Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Они ставили своей задачей организацию, организацию борьбы за мир против фашизма и колониализма. То есть, это были именно просоциалистические, прокоммунистические движения, потому что подобные идеи в послевоенной Европе и на Западе были крайне популярны. То есть, маккартизм еще в США не появился. Вообще, левая советская идея, она была на Западе крайне популярна в послевоенные годы, прямо вплоть до того, что Франция и Италия могли стать социалистическими. То есть, там социалисты занимали большое количество места в парламенте, побеждали на выборах. Вот, и Запад все это очень сильно беспокоило. То есть, все это молодежное движение, оно в первую очередь возникло как контркультурное, как протестное, именно просоветское. Соответственно, решив организовать фестиваль молодежи в Париже, решили они это в 1946 году, причем сразу после фултоновской речи Черчилля, в которой он, значит, провозгласил начало холодной войны. Значит, решили они организовать свой фестиваль в 1947 году в Париже, провести первый. Власти Парижа и Франции оказали лютое противодействие, из-за чего фестиваль был перенесен в Чехословакию и прошел в 1947 году в Праге. Таким вот образом, состоялся первый фестиваль, и далее это движение развивалось. Угу. К 1957 году фестиваль доехал до Советского Союза, до Москвы. Причем, хотя он являлся сам фестиваль по концепции, и сами движения, которые его организовывали, они являлись социалистическими, левыми, тем не менее, советские власти, задумывая это мероприятие как возможность распространить свое влияние за пределы Советского Союза, передать его вместе с приехавшими студентами, да, в том числе же и из США, некоторым образом, как говорят некоторые, просчитались в плане того, насколько открытым получился этот фестиваль, насколько это получилось нетипичное мероприятие. И подобных мероприятий даже и в мире тогда еще не происходило. Когда вот съезжается такое количество людей из разных стран и просто в открытую общаются на улице. Вот. Парад открытия фестиваля, прошедший в первый день, по некоторым оценкам посетило до 130 тысяч советских граждан. Причем люди приезжали из разных регионов. Вот такая вот история этого фестиваля. В 1985 году фестиваль в Москве повторился. Это был уже 12-й фестиваль молодежи, но он не собрал такого количества участников. Там было представлено больше стран, порядка 50, но самих участников было меньше. Там не 36, а там 24 тысячи человек. Тем не менее, 1985 года фестиваль молодежи тоже знаковый. Возвращаемся из 1985 года в... Что у нас дальше? 60-е. Перед тем, как рассудить о рок-музыке, надо коснуться такой темы, как бардовское движение и авторская песня. А вот. Хотя это движение дало нам, как и все движения, собственно, разных представителей, как хороших, так и неоднозначных. А вот. Тем не менее, оно было довольно массовым. И оно породило такое явление, как Грушинский фестиваль, который первый прошел в 1968 году. Чем он примечателен? Тем, что это был
первый фестиваль, очень похожий на современный фестиваль на открытом воздухе тем, что его участники проживали в палатках много дней на территории его проведения. То, что характерно для современных опен-эйров и фестивалей на открытом воздухе, да? Не только музыкальных. Соответственно, почему вообще такое явление возникло? То есть, в Советском Союзе крайне популярным образом досуга были туристические походы. Вот. Туристическое походное движение, оно развивалось, в рамках него развивалась, соответственно, авторская песня. Появились в 60-х годах довольно крупные туристические слеты, когда съезжались представители походного туризма со всех уголков Союза на какую-то поляну, там, соответственно, общались и так далее. Проводили различные там конкурсы по спортивному ориентированию, различные состязания и так далее. Там же звучала эта бардовская песня, и в конечном итоге вот это вот движение воплотилось в виде Грушинского фестиваля. Вот. Но дальше этот фестиваль развивался и существует до сих пор. Тем не менее, он задал саму тенденцию. На фестивалях можно жить в палатках. Вот. Это мы так вот отметили про себя. Но тут уже надо подобраться непосредственно к тому явлению, которое дало вообще нам современные массовые музыкальные фестивали под открытым небом, какими они являются до сих пор. Это, собственно, рок-музыка. Вот. Рок-музыка, как мы понимаем, она появилась там в конце 50-х, начале 60-х, и практически сразу же, как джаз в свое время, практически сразу же проникла в Советский Союз. То есть, как я уже выше отметил, отчасти с участниками молодежного фестиваля 57-го года, ну, в частности, и с различными загранкомандировочными, да, с приезжавшими в Советский Союз там, первыми туристами, там, дипломатами и так далее. Появлялись на территории Советского Союза записи Билла Хейла, Литл Ричарда, Элвиса Пресли. Вот. Но настоящий прорыв, не прорыв, а взрыв, так сказать, был после того, как попала в Советский Союз музыка Битлз. Но Битлз, они не только в Советском Союзе произвели фурор, да, это был всемирный фурор. То есть, то, что они делали, оно удивляло не только Советский Союз, советское руководство и советскую молодежь, а вообще весь мир. То есть до этого никогда такого не было, чтобы музыкальная группа собирала стадион. Впоследствии такое было и в Советском Союзе. Муслим Магомаев первый собирал стадионные концерты в Советском Союзе, но это было позже. Вот. То есть, схожие тенденции у нас тоже были, но мы в них всегда чуть-чуть опаздывали. Вот. Я бы от себя добавил, что все это происходило благодаря техническому прогрессу. Да. Потому что, когда говорил про рабочих, которые собирались в Лондоне, у меня единственный вопрос сразу – на каких инструментах они играли? То есть, там, если это какие-то дудочки, волынки и прочее, то со скольки метров это вообще слышно? Mm-hmm. Если это не в помещении и дует ветер, то вообще ничего не слышно будет. Это удивительно, с одной стороны. Потом, когда типа оркестры, ну вот духовой оркестр, где дудят, его слышно гораздо шире. А вот когда придумали электрические гитары, сначала звукосниматели в акустические, да, усилитель, колонки, вот тут поляну накрывает, боже мой. Да, рок-музыка – это в первую очередь музыка гитарная, да, а во-вторых, усиленная. Вот, то есть, рок-музыка, хотя существует понятие рок-бард, типа вот с акустической гитарой, вот я вот рок-бард. Тем не менее, как бы оно не является релевантным, по-настоящему относящимся к классической рок-музыке, потому что рок-музыка – это, в первую очередь, музыка технологическая. Да? Да, то есть, да. Без усилителей она невозможна, это совершенно не тот эффект. Вот. И еще раз отмечу, что это культурное явление, так же, как в свое время джаз и появление вообще зарождения музыкальных фестивалей, связано с техническим прогрессом, с индустриализацией, с урбанизацией. Да, да. Это новая итерация досуга городских жителей. Потому что процент городских жителей по мере индустриализации во всем мире стремительно увеличивался. В Европе и на Западе это происходило быстрее, чем у нас. Вот. Ну, во-первых, у нас произошли там гражданская война, Великая Отечественная война, это нас во многом в развитии откинуло. Вот. Естественно, что кто имеет преимущество в экономическом и технологическом развитии, тот зачастую и лидирует в культурной сфере. Да. Потому что более развитый экономический базис дает возможность активнее развивать культуру.
Тут это немедленно, просто... немедленно вспоминаются чистый. Братья Стругацкие, которые с омерзением относились к гнусным лавочникам, вот эта вот серая сволочь, там лавочники. Так это лавочник, накопив денег с продаж, тебе закажет художнику дорогому картину. Да. Если у него там дочка замуж выходит, добро пожаловать музыканты. И чем больше этих самых барыг, тем, соответственно, ширше развивается искусство. Невозможно отрицать. Абсолютное большинство художников времен Ренессанса, в том числе Леонардо да Винчи, они в первую очередь художники, творившие на заказ. А во вторую очередь уже творившие произведения для души, что называется. Да. Вот, и так мы их и знаем. То есть любой художник – это в первую очередь производитель определенного продукта. Как завод производит автомобили или там компьютеры, телефоны. Да? Ну, жить так, на что-то надо. Так художник производит картины, песни, фильмы и так далее. Художников многих это, возможно, покоробит. Как же так? Мы же тут за искусство, а вы говорите, мы тут продукт создаем, товар еще скажите. Приведу пример. Вот есть такой во Франции город Фонтенбло, местность такая, куда, не помню, какой из их королей, плюнув на Париж, убежал в Фонтенбло. Не буду я с вами с козлами общаться, буду сидеть в своей этой Фонтенбле. Ну и, соответственно, все придворные художники бегом за клиентами. Там рядом есть такая деревня под названием Барбизон, где они там все сконцентрировались, сидели, писали. Там на стенках до сих пор это кто-то и на стенках отмечался туда-сюда. И из этого приготовьтесь. Выросла школа Барбизонская школа живописи. То есть они не только бабки зарабатывали, но еще и обменивались опытом друг другу, что-то там показывали, перенимали туда-сюда. Вот и что не так-то. Ну, вот так. Ну, так оно устроено, и есть в жизни. Все, что производит человек, является в той или иной степени товаром. Да. Если человек честно отдает себе в этом отчет, то, возможно, его будет ждать успеха. Если не отдает, то он может чисто случайно стать внезапно ставшим популярным гением уже после своей смерти. Да? Да. Кто-то случайно найдет там, и бывает, да, он же гений, оказывается. А вот. В общем, люблю посмеяться над художниками. Нет, я уважаю творческих людей очень сильно, но некоторые из них не от мира сего. Так, значит, на чем я остановился? Да, рок-музыка проникла в Советский Союз, разлагающая западная рок-музыка, и как давай разлагать. Соответственно, Битлз стали безумно популярными. Естественно, что многочисленные музыкальные ансамбли, выступавшие в ДК, на танцплощадках, тогда же как дискотеки такой не было классической, да, вот включил мафон, и все, и давай плясать, танцевать. Везде играла живая музыка. Собственно, моя бабушка, чья молодость пришлась на рубеж конца 50-х, начала 60-х годов, она как раз вот в Ленинграде здесь училась, в Академии холодильной промышленности, тогда по-другому назывался. В общем, рассказывала, как они ходили на танцы, и вот эти вот музыкальные группы, они во многом играли советский репертуар, но нет-нет, да вставляли, соответственно, бит-музыку, и в частности, музыку Битлз, и там, ну, различный рок-н-ролл, в общем, что-то популярное с Запада. И очень часто они исполняли при этом тексты на русском языке или играли без текстов. Было много ремейков. Да, ремейки очень забавные. Была такая группа Кристи, у которой была, например, песня «Yellow River» про Миссисипи, если я правильно помню. Ну, в Советском Союзе это был Толстый Карлсон на ту же музыку. Они, кстати, и на пластинках выходили. По-моему, за авторские права никому не платили тогда, но на пластинках выходили. Давно попадалась мне заметка от какого-то музыканта из тех времен, он рассказывал, как они на музыку Битлз перекладывали советские стихи про Ленина и что-нибудь революционное. Какой цинизм, блин. Было, и все получалось у них. Но это, конечно, не шло в записи, это так исполнялось на площадках. Так вот, значит, вспомнил бабушку. Бабушка у меня, короче, из Хабаровского края в Ленинград прилетела учиться. Она рассказывала, что добиралась она 6 дней. То есть самолет с пропеллерами летел трое суток, каждые 6 часов приземлялся, а когда они приземлялись на ночь, они ночевали в гостинице. То есть добраться на каникулы с каникул 6 часов в один конец, как они там из рабочего поселка. 6 часов в 6 суток, да. Ехали, соответственно, там на повозке или там на конях, или на полуторке, потом, соответственно, из этого Комсомольска на Амуре на пароходе в Хабаровск плыли, там ночевали, потом летели, в общем, целое приключение было. Так вот, значит,
Вот это потому, что в самолете бензина не хватало. Бензина, керосина, он не мог столько лететь. Дольше надо садиться заправляться. Было интересно. В общем, и слава богу, что я не застал тех... чудесных времен-то. А вам не довелось полетать на таких самолетах? Ну, далеко не летал, нет. Нас в кукурузниках возили по Советскому Союзу. У меня самые яркие впечатления из детства – это мы с сеструхой сидим. Ну, там железные скамейки вдоль бортов, не сиденья. Мы с сеструхой сидим, самолет качает эти винтовые, они же все время в ямы в какие-то воздушные. Они летят довольно низко. Да. Вся скамейка напротив, засунув голову в пакеты, мечет харчи. Нам хоть бы что, весело позвонить. Интересно. Во Владивосток я летал в каком? В 91-м году с посадкой тоже посередине. Омск, Томск, я не помню. Тоже самолет. Тогда уже эти долететь не мог. Ту-134 основные. Сиденья вот такие вот. Ты там как это... Я худенький тогда был относительно, где-то там, я не знаю, в пределах 65 килограмм. Но даже я там это... Вообще, туши свет. То, что сейчас, это настолько несравнимо. Да вообще. А если еще за баллы повысить до бизнес-класса, там вообще. Короче, музыка. Да. А то я застрял в 60-х, а нам еще надо добраться до 90-х. Но тем не менее, это ж какой энтузиазм у народа был. Да, да. Все бросить неделю в одну сторону, приготовьтесь, неделю обратно еще надо будет лететь, если ты возвращаешься. На зимние каникулы летать смысла особого не было. Денег найти. Да. С работы отпроситься, там, я не знаю, или это отпуск. Везли с собой подарки всевозможные, это целыми постоянно. Ящиками. Да, да, ящик да. яблок, там, допустим, или мешок конфет. Это бабушка всегда мне бывает. Возила конфеты, в наволочку складывала весь семестр, да. потихоньку со стипендии. А потом... А из Питера строго апельсины и бананы. Это вообще настолько экзотические фрукты были. Да. В общем, так, на чем я стою? А, да-да. Музыка. Да. В общем, естественно, что популярность этой рок-музыки победить было невозможно, как сказать. Ну да, невозможно было победить. И естественно, что возникло движение снизу по инициативной, по организации. Я с твоего позволения еще добавлю, а то это мимо проедет. Тогда ни у кого не было пластинок, это важно. Пластинки – это было адски дорого. Ну, в редких случаях бывало, вот типа я вот родился и жил в военном городке, и, соответственно, оттуда наши доблестные летчики летали бомбить Алжир какой-нибудь, Египет и еще чего-то там. И вот из Алжира, например, массово везли французские пластинки, поскольку это французская колония была, там всякие Азнавуры, эти Монтаны и прочее, и прочее. Но в Советском Союзе производили серьезное количество магнитофонов. Два магнитофона, в которых втыкается один шнурок, перезапись производится. Ну, сколько оно звучит, столько перезапись производится. Никаких там авторских прав, никаких отчислений, ничего вообще. Ну и плюс любовь советских людей. У меня на душе хорошо, поэтому магнитофон будет выставлен в окно, включен на полную громкость, и вся улица будет наслаждаться этими чудесными песнями. Это я в детстве помню, классно. Да, в 80-х идешь там, то есть... гуляешь во дворе, по-любому стоит в открытом окне магнитофон. У кого-нибудь и орёт. Да. С бобинами орёт там какого-нибудь Высоцкого. Честно говоря, в детстве Высоцкого терпеть не мог. Он очень хороший. Да, но потом я уже как бы разобрался, как бы, а тогда мне казалось, вот это вот хрипение деланное, да что такое. Когда появился Шевчук, который также хрипел, я его просто сразу возненавидел. Да что это за подражание Высоцкому? Нелепое как бы. В общем, ну ладно, это все я отвлекаюсь. Вдогонку скажу, что сейчас бытуют там какие-то эти сказки про Советский Союз, как все запрещали. Вот это запрещено к ввозу было. И там какую-то дурацкую табличку там. КИС – это там сатанизм или еще что-то там. Ну, группа КИС вообще интерес вызывает, как четыре еврея нарисовали себе в названии эсэсовские руны. Это, с одной стороны, интересно, но тем не менее, никому пластинки это было дорого, повторяю. Пластинка стоила хорошая 60 рублей, новая, приличная, а это минимальная заработная плата. Ну, это адски дорого. А вот на магнитофоны все, ну, пленку купи, и все это собственно, бесплатно. Собственно, благодаря переписыванию на... Никакие запреты ни на что не влияли вообще. Собственно, популярность Высоцкого и сложилась, потому так что точно из каждого окна все на
магнитофон, и потом это переписывалось, подтиражировалось по всему свету. А я, кстати, о птичках опять отвлечемся чуть-чуть, когда вышел совершенно идиотский художественный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живу». Фильм дрянь полная. Но на презентациях фильма всем раздавали флешки. Ну, тогда это вообще там в нове было. Флешка такая под гитару растаскиваешь, ну, я в машине там через несколько лет воткнул. Принялся слушать, был натурально удивлен, насколько качественно все было, ну, во всяком случае, то, что там на флешке. То есть, это записанное на каких-то квартирах, не в каких-то там супер-дупер студиях, а настолько качественно, и гитару нормально слышно, и поет хорошо. Удивлен. В общем-то, у меня все записи были, я как из бочки половину слов не разберешь. Может, десятая перепись какая-то. У Высоцкого же еще то ли одна, то ли две пластинки официально записанные с оркестром есть. Ну, советские, да. Да, ну, на кассетах было намного больше. Так, собственно, темы репрессий сейчас коснемся на примере интересного феномена. Исследователи вообще музыки нашей отечественной называют первым рок-фестивалем фестиваль в Каменск-Уральске, который прошел 18 декабря 1966 года. Даже конечно, не слышал про такое. Да, и никто не слышал. И, возможно, даже участники не знали, что участвуют в рок-фестивале в первом. Потому что это не был рок-фестиваль в классическом нашем представлении, когда вот там есть какой-то лайнап, ну, расписание, программа, вот там, значит, группы, которые, значит, выступают, какие-то рок-группы со своей, значит, рок-музыкой. Ничего подобного. Это были обычные советские вокально-инструментальные ансамбли, которые просто-напросто в своей программе, помимо обычных советских хитов, своей авторской музыки вообще у них не было там ни у кого практически. В рамках, значит, своих выступлений они вставляли просто те же самые каверы. То, что было повсеместно. В первую очередь на Битлз. Да. Вот. И организатором этого фестиваля выступил Владимир Прокин, который был лидером такой местной группы, которая называлась «Месяцевики». Вот. И они играли вот как раз вот «Твист», «Шейк», ну и кавер-версии на «Битлз». Вот это вот. И помимо обычной советской программы. Он, соответственно, предложил идею в «Комсомол» о проведении такого музыкального фестиваля, музыкальной самодеятельности. И «Комсомол» эту идею поддержал. Вот, но поставил условия. Там, в принципе, тоже как бы не дураки были, понимали, что собираются эти музыканты поиграть. Да. Вот. Поставил условия, что каждый ансамбль поет по 5 песен, 3 из которых должны исполняться или на русском языке, или на языке одной из социалистических стран. Вот. Соответственно, все это как бы организовали, начали проводить, все шло, казалось бы, и хорошо, но музыканты взяли, да и выдали целое огромное отделение западной музыки, в первую очередь Битлз, перейдя вообще просто на исполнение оригинальных текстов на английском языке. Чем закончилось? Естественно, вызвали на разговоры в комсомол, кого-то даже в КГБ, а организатора посадили на 4 года. За что? Ужас. Разбираемся, за что. Угу. Вовсе не за организацию фестиваля. Естественно. Да. Как бы, чтобы организовать этот фестиваль, Владимир Прокин, будучи в это время военнослужащим советской армии, просто-напросто симулировал заболевание, попал в госпиталь и из госпиталя убежал. Вот. И, соответственно, привлекли его по, я записал, 247-й статье УК «Дезертирство». Вот. На 4 года его осудили. То есть, в принципе... Это серьезно, между прочим. То есть, это не 2 года дизеля, то есть, дисбата, когда это воинское... 4 года... 4 это, года, да, лагерей, да. Лагерей, как бы. То есть, в принципе, пока он был непосредственно за дезертирство, да, и, конечно, если бы в это время он не служил в армии, возможно, за вот это вот исполнение англоязычных текстов отделался бы просто тоже разговором, как бы. То есть, тут нельзя натянуть, хотя вот все статьи, в которых мне встречается описание этого события, первый рок-фестиваль в Советском Союзе, везде говорят, посадили организаторов туда-сюда. Короче, ну, одного человека только посадили, да, и непосредственно не за организацию, а за то, что он ради организации дезертировал из армии. Ну, это можно понять юношеский максимализм. Ну, может быть, он чувствовал, хорошее, что другой возможности не будет. Дело-то хорошее, все понятно. Но из армии убегать нельзя. В общем. Вот. Собственно, что в это время происходит на Западе? На Западе, это вот 66-й год, Советский Союз, то есть битломания, она как бы бушует тише, чем на Западе, но как бы все равно.
На Западе в 1969 году происходит фестиваль «Вудсток». Что это за фестиваль? В принципе, я думаю, что все слышали об этом явлении «Вудсток». Да, как бы. Не все знают, что это, да, но слово точно все слышали. И «Вудсток» – это первый в своем роде классический музыкальный фестиваль на открытом воздухе современного типа. Когда люди на много дней приезжают на природу и, значит, устанавливаются большие сцены с большим количеством аппаратуры, и там непрерывно звучит громко всяческая музыка, в первую очередь рок-музыка. Mm-hmm. Такие фестивали существуют до сих пор. В общем-то, яркими примерами на Западе являются там Coachella, там Tomorrowland, которые собирают сотни тысяч аудиторий. Говорят, что прибыль Coachella составляет порядка 57 миллионов долларов за проведение одного фестиваля. Да. К вопросу о перспективах развития туризма, да, вот на эту тему. Вот, тем не менее, зародилось это именно тогда. Вудсток, он не был в своем формате первым, но он был первым настолько массовым. Порядка 500 тысяч участников. Выступали там, ну, все... Если зрителей 500. Этих, да, зрителей, да. Гостей, конечно. Выступали там все звезды рок и рок-н-ролла того времени. Там не все, многие. Дженис Джоплин, там, короче, ну... Очень многие, прям, ну, вот практически все топы. Тогда это все дело зародилось, но, опять же, у нас пока что такого еще ничего не было. Но информация как бы просачивалась. И естественно, что тенденции развития культуры, поскольку были схожие, те же самые, возникали потребности в аналогичных мероприятиях. То есть это естественно, что если. Там индустриальное урбанизированное общество идет по такому сценарию развития, скорее всего, у нас оно пойдет по похожему. Просто чуть позже. Ну, я бы еще вдогонку опять сказал про технический прогресс и прочее. Если вы на лютнях и флейтах, то, в общем-то, ваше место филармония, где ценители и всякое такое. Если у вас серьезное оборудование, то, во-первых, это гигантские залы, а дальше стадионы. И это не только потому, что громко играет, а потому что есть, ну, если популярность настоящая, есть масса желающих, которые хотят прийти, они деньги несут. Это ключевое. Если люди хотят, они хотят прийти и посмотреть. Так давайте организуем больше, больше, больше. И в результате 500 тысяч. Да. Это круто. Там, конечно, было масса эксцессов про, ну, с организацией, много всего. Как бы. Причем там организаторы остановили продажи билетов в определенный момент, поняв, что, ну, уже слишком много продали, но они толком не оградили территорию, были очень жидкие оградки. Вот. А в качестве охраны они... неплательщиков. Да, и в качестве охраны они поставили каких-то там знакомых байкеров в небольшом ангелов количестве, ада, которые должны были, да, что-то там как бы сдержать, но пришло такое количество безбилетников, что просто, ну, там сломали, снесли эти заборы. Люди ничего подобного в жизни не знали, они не знали, как готовиться к таким фестивалям, как на них существовать. И это, ну, привело к тому, что там были горы мусора, не хватало туалетов. Опять своего позволения. Вот приехали на Былинный берег, например. Например. Первое, что поразило, количество сортиров. Вы не поверите, у всех организм работает одинаково, и надо где-то справить различные нужды. Не держать в себе нельзя. Да, раз. Столовая, куда можно прийти? В столовой стоящие эти баки с водой, сколоченные лотки для мытья рук, головы и всего остального. Мама дорогая, тут тебя кормят, здесь сортир, здесь музыка, тут еда такая, здесь еда сякая, отлично. Ну, так это там, вот когда приехали вот, на ваше мероприятие, там сразу виден гигантский опыт. Все продумано, все учтено могучим ураганом, и даже с детьми там не пропадешь, да. Которые капризные и требуют особого внимания. А у этих, во всяком случае, когда видео смотришь, мать честная, что ж вы там устроили? Ну, вот они были первые, да, но у нас не 500 тысяч, да, да. Там у нас там 12 тысяч человек было, что тоже немало, да, как бы, потому что бывает, люди там пишут, да, у нас там 20, да, у нас там 30, у нас там 100-200 тысяч, ну, у нас, как честно, 12, да, потому что это посчитано по билету. Это участников или... Это всего реконструкторов плюс гостей. Вот. И тем не менее, 12 тысяч там плюс, палатки, уходящие в горизонт, да. Я такого никогда не видел. Да. В общем,
Да. Люди тренировались. Стало быть, да. Вудсток, да. Значит, у них были проблемы с туалетами, с мусором, все загажено, и были проблемы с едой и водой. И армия США вертолетами завозила туда еду и питьевую воду. То есть, как бы организаторы, не знаю, там заработали, не заработали, но нет. Там прямо вот государство напрямую помогало им это справиться с граждан. Вот этой ситуацией. Хотя мероприятие позиционировалось как там контркультурное и все такое прочее. А вот, соответственно, Вудсток состоялся, да, задал он вот этот вот тренд на крупные такие фестивали. Знающие люди обалдели. Вы посмотрите, сколько можно привлечь народу и сколько они принесут денег. И которые... эта музыкальная индустрия, она, собственно, фестивальная развивалась и развилась. Вот, и тем не менее, возвращаемся в родной Советский Союз. В 70-е годы подобные инициативные концерты, где часть программы советские вокальные инструментальные ансамбли исполняли западные композиции, они в течение 70-х продолжались. Там, значит, специалисты-исследователи прям выделяют какие-то знаковые, долго останавливаться не будем, чтобы не затянуть на 2 часа. Я, честно говоря, первый раз слышу. Я небольшой специалист в отечественной музыке. Чтобы их называть такие фестивали прямо рок-фестивалями музыкальными, это надо прямо хотеть. И вот исследователи, которые хотят, они вот это делают, выявляют и называют. Именно классическим, настоящим рок-фестивалем в советской истории стал фестиваль «Весенние ритмы» 80-го года, который проходил в Тбилиси. Вот, это знаю. Да, да. И там выступали такие группы, как «Автограф», которая была довольно популярна тогда, и такие видные... Тогда еще Барри Алибасов жидкость крот не употреблял, скакал там как умалишенный, они так рубили этот самый «Автограф», или он был в «Интеграле», вроде в «Интеграле». Да, может, «Интеграл» там тоже выступал. Круто было. Значит, там еще были такие видные... Ну, я тебя опять буду перебивать, поскольку это затрагивает за живое. А там дальше больше живого. Вот смотри, вот устроили фестиваль, и вместо того, чтобы поставить за записывающую аппаратуру, все это записать, наклепать пластинок и начать продавать, вообще никак. Телевизор туда не приезжал, вот ничего там такого зафиксировано. Кино там никто не снимал. Ну если это же комсомольский фестиваль, если вы идеологически окормляете молодежь. Ну, приготовьтесь. Не все физически могут там присутствовать, а процесс немедленно там масштабировать. Вот пластинки, покупай. Вот в телевизоре показывать сам фестиваль. Вот это, вот то. Посмотрите, как у нас прекрасно. Ваш Вудсток вообще ни о чем. А у нас правильная комсомольская, коммунистическая. Мы счастливые люди. Нет. Все профукали. Да. Да. Была абсолютно шикарная возможность возглавить рок-движение вовремя. И, соответственно, направить в нужное русло. Потому что любое явление культурное, оно если может состояться, оно состоится. И вопрос только, какое послание оно будет нести. Да? Чем оно будет заряжено. В частности, вот на «Весенних ритмах» выступали видные иноагенты Борис Гребенщиков и Макаревич с «Машиной времени». Да. Но вели они там себя вроде как прилично. Ну, естественно. Они же комсомольцами были. На всякий случай. Да. Несмотря на то, что давали подпольные концерты, постоянно воровали у государства деньги, не платили налоги, это же бравада, так сказать. Мы, понимаешь, там боролись с режимом. Ты сейчас поборись с режимом. Организуй подпольный концерт и не заплати налоги с него. Я посмотрю, что с тобой. А там это правильно было и хорошо. Да? Да. А тут вы, оказывается, с комсомольцами заодно выступали. Хуже только мусорнуться. Блин, да, что да, это вообще красный такое? Получается. Да, да, да. Короче, значит... Блин, мысль классную сейчас вспомнил, но упустил. Ладно. Давай, давай. Раз упустил, то не буду концентрироваться. Она всплывет по ходу. Да. И как этот фестиваль «Весенний ритм» вообще появился? В общем, в 21-м году вышло очень интересное интервью бывшего сотрудника КГБ Павла Кошелева. И там он рассказывает, я цитирую. В 80-м году была Олимпиада в Москве. В высоких инстанциях ЦК обсуждался вопрос, как сделать так, чтобы гости увидели 100 цветущих цветов, что у нас в стране все развивается. Прям Мао Цзэдун какой-то. Да, и определили Питеру дать выставку художников, и она прошла в 80-м году, а до этого несколько лет выставок художников не проходило. В Москве организовали поэтические чтения, а в Тбилиси организовали рок-фестиваль «Весенние ритмы». Вот так вот. То есть, это была прямо инициатива сверху по организации этого фестиваля. Так отлично, это знающие люди делали. Да, и чем примечателен Павел Кошелев?
бывший сотрудник КГБ, тем, что под псевдонимом Коршунов или Коршунов он работал над созданием Ленинградского рок-клуба. Вот. Соответственно, в интервью он рассказывает, как это было. К вопросу о «не можешь победить, возглавь». Да? То есть, движения, попытки были. И Ленинградский рок-клуб был первым официальным рок-клубом в Советском Союзе. Вот, официально организованным, прямо абсолютно легальным, в рамках которого музыканты получили возможность исполнять свою музыку легально и легально получать деньги за билет. Вот. Про роль КГБ в организации. В интервью в своем Павел Кошелев рассказывает, каково она была. Тут надо, конечно, остановиться на том, что сами организаторы, первые организаторы рок-клуба, они считают, что нет, никакой роли КГБ и не было, и вообще власти, мы все сами. Сами. С другой стороны, известный такой предатель есть, Калугин Олег Данилович, бывший генерал КГБ. Даже Путин его назвал предателем. Сейчас ему 89 лет, по-моему, жив до сих пор. Да. Никакого наказания не понес. Собственно, почему предатель? Да? Он выдавал нашу агентуру и даже выступал свидетелем на судах в США. Ну, собственно, я думаю, что это общеизвестно. Так вот, в 92 году он дал интервью, в котором он утверждал, что целиком и полностью рок-клуб, наоборот, создан не с низов, а создан чисто как проект КГБ. Никак иначе. А Павел Кошелев... Непонятно. А что это меняет, собственно говоря? Вот что это меняет? Да, во-первых, это самое КГБ, оно их не использовало, а давало молодежи возможность. Вот вам помещение, пацаны, да, девчонки, приходите, играйте. Другие, кто не умеет, приходите, слушайте, смотрите. Вот здесь варитесь, развивайтесь. Именно так об творческий этом Павел обмен. Кошелев и рассказывает. Да, и что не так-то, непонятно. Да, и он, соответственно, рассказывает, что это было и не так, как Калугин рассказывает, и не так, как это рассказывают люди с музыкальной стороны, которые организовывали этот клуб. Он говорит, что была определенная середина. Он с 79 года по 81 занимался этим проектом, организацией этого клуба. К тому моменту в Советском Союзе было большое количество попыток создать рок-клубы. Ни одна не увенчалась успехом. И люди, желавшие создать из музыкальной среды, они уже были. И Кошелев рассказывает, что им и, соответственно, его сотрудниками из музыкальной среды были выявлены наиболее авторитетные люди, желающие организовать рок-клуб, готовые к сотрудничеству и являвшиеся в этой среде агентами КГБ, которым был дан зеленый свет. Через... Про агентов мне очень странно. Я, как некоторым образом специалист по агентам, могу сказать, что... Может, они какие-то информаторы. Это не вот так. Вот, как бы, там, да, на добровольных что, началах. Степени? То, что вы там общались с кем-то, ну, да, это ни о чем не говорит. В общем, говорит. В любом случае, у них было свое движение снизу, да, и таким образом движение сверху и движение снизу встретились под руководством Кошелева. И как это не он к ним пришел и сказал: так, да, я тут из КГБ, да, делайте руку. Да, да, да. Он пришел в. А может, он не говорил, что он из КГБ, начнем отсюда. Да. А объяснял, естественно, не говорил, что он может сделать. А дальше мне вот очень сильно интересно. А КГБ это что? Какая-то вражеская организация, с которой там западло сотрудничать. Я это, вы что, блатные, что ли? Нет, категорически. Хотя были музыканты, которые именно так утверждали. Но сотрудничали это все. Дегенераты. Вот прямо отказников не было. Да, это дегенераты, которые так говорили, и это только слова. Потому что у подобных персонажей получается, что какой-нибудь Солженицын, который предатель, изменник Родины, выкинутый отсюда кверху задницы. Вот он в США живет, под крышей ЦРУ, приготовьтесь, да, работает. И ЦРУ издает все его помойные книжонки. Вот это враг государства, безо всяких там этих скидок. Это враг государства, который работал против родной страны. Ну, отлично, этого в школе преподают, а эти, понимаешь, западло. Западло, да. Хотя Солженицыну уже сначала было оказано такое... немалое доверие. В его рассказе «Один день» Ивана Денисовича, который в литературной газете был издан. В роман-газете. В роман-газете. Это разное. В общем, миллионными тиражами. Советские, да, литераторы дали хорошие, в том числе Шолохов, дали хорошие отзывы, как бы, по сути, дали ему, так сказать, благословение. Ну, он как бы воспользовался неправильно. Да. Воспользовался на разрушительную, так сказать, деятельность своими возможностями. Так вот, значит,
Все это было организовано через Дом народного творчества на улице Рубинштейна. На улице Рубинштейна. Да, то есть музыканты приходили не к КГБшникам, они приходили в этот Дом народного творчества. А опять же, сотрудничество с музыкантами работники этого Дома народного творчества, значит, налаживали эту работу. Значит, в Ленинградском рок-клубе состояла масса именитых советских рок-артистов, таких как, например, Виктор Цой из группы «Кино», группа «Пикник» Эдмунд Шклярский. Вот, и ну, многие другие деятели. Я подчеркиваю красным. Никто из них вообще про КГБ и не думал. Они там занимались творчеством безо всякого КГБ. Бесконтрольно, неуправляемо. Может, какие-то там воспитательные моменты были, но я в такое не верю. Все так. И про это в своем интервью Кошелев и рассказывает, что их задача была дать возможность советской молодежи заниматься рок-музыкой. Там и о том, каково было понимание, каков уровень был понимания процессов, он следующим образом высказывается. Если это явление культуры, то оно бы состоялось в любом случае. Но если бы это начали тогда душить, то кончилось бы все гораздо хуже и гораздо раньше. Задушили бы запросто, и песни бы эти стали еще более популярными. Есть такой анекдот. Как появляются политические анекдоты? Садятся и сочиняют? Нет. Сначала сочиняют, а потом садятся. Да. Вот. То есть, вот он абсолютно понимает, и руководство его, в частности, тоже понимало, что культурные явления задавить невозможно. Да? Если рок-музыка имеет такую огромную популярность среди молодежи, то как бы остановить это невозможно. Единственный вариант – это только как бы возглавить и направить в нужное русло. Хотя, кстати, комментарии о том, что вот рок там пришел к нам с Запада, сатанинская музыка, до сих пор попадаются регулярно на просторах соцсетей. Ну, пришел с Запада, и дальше что? Ну, пришел, и да, что? И что? Да. А теперь у нас что есть, теперь? Допустим, Олег Абрамов, «Радиотапок», который прекрасные песни, рок-песни, метал, да, поет про историю нашей страны, про подвиги наших предков. Исторически замечательные хиты. Кто не слышал, послушайте. Кстати, на «Блином береге» у нас будет выступать. И, значит, возникли вот у нас рок-клубы. После этого пошли там Свердловский рок-клуб, Московская рок-лаборатория. В других городах рок-клубы появились там свои фестивали со своими рок-группами официальные, помимо неофициальных, да. И в первую очередь наши отечественные музыканты, они что играли? Они продолжали играть каверы, но на основе каверов занимались своим творчеством. Если разобрать творчество группы «Кино», Цой, то абсолютное большинство его треков написаны под явным влиянием таких групп, как The Police или The Cure, там прям четко цитаты есть. Если взять нашу группу Ария, которая ни в каких рок-клубах не состояла, то это прямо вот, ну, много цитат из Iron Maiden, Nazareth, Judas Priest, Black Sabbath и так далее. Это все, я сразу всех успокою. Вы, когда западных этих талантливых исполнителей слушаете, вы просто не знаете, кого они цитируют. А там точно так же все. Возьми моих любимцев, группу Led Zeppelin. Новая комбинация старого. Все ворованное, тупо. Вообще все. И даже авторы не указаны. Несмотря на то, что все их знают и кричат, как не стыдно. А не стыдно, нет. В общем, наши группы, по сути, занимались локализацией западной музыки на нашей советской почве с русскими текстами. И поэтому были безумно популярны, потому что было понятно, про что поют. Кстати, вот об этом, если вот взять тексты группы «Металлика», я когда слушал «Металлику», да, как бы, о, круто. А когда я почитал их тексты, я понял, что, господи, ну какой подростковый идиотизм, да, в этих текстах. Да. А вот, если про любовь, я тебе сразу, как некоторым образом специалист, скажу, что супротив «Ласкового мая» многие тамошние, да, просто не отдыхают. Не настолько глубоки тексты «Ласкового мая». В общем, да, во многих этих рок-текстах инфантилизм, значит, жирной чертой намазан, так сказать. Ну, потому что если человек, кроме гитары, в своей жизни ничего не знает, ну, какой у него жизненный опыт? Ну, зачем ему петь на остро социальные темы? Да. Как бы, вот, скажем, тот же, допустим, Симонов там или Шолохов, писатели, имели огромный жизненный опыт, да, как бы, и им было о чем писать. Вот. Они могли на остросоциальные темы высказываться. Ладно. Значит, все это, значит, пришло к тому, что в какой-то момент в Советский Союз приехали настоящие западные рок-артисты. Да, там. Многие советские граждане знали, что такое группа Rainbow, группа Deep Purple, Black Sabbath и так далее. Это все там переписывалось, передавалось.
И у многих к этой музыке идет любовь оттуда. В 80-х это даже стало издаваться фирмой «Мелодия». «Мелодия», да. И в 89-м году состоялся Московский международный фестиваль мира в Лужниках. Очень интересна, опять же, история. Я больше об истории организации. Как этот фестиваль произошел? С советской стороны его организовывал Стас Намин, небезызвестный продюсер, музыкант и, значит, организатор. А с американской продюсер и менеджер Док МакГи. Он был менеджером таких групп, как Kiss, Bon Jovi, Motley Crue и многих других. Почему это все получилось? Кто такой Стас Намин? Настоящего имя Анастас Алексеевич Микоян. И он прям внук Анастаса Микояна. Вот. Денег на организацию фестиваля у него не было. Деньги были со стороны американской, от Дока МакГи. Да, как бы. Но, как он сам в своих воспоминаниях заявил, у меня не было денег, но у меня была власть. Потому что я мог войти во многие кабинеты. Вот. Ну, из-за его семьи. Да, то есть, за счет горизонтальной связи. Фестиваль было решено было проводить фестиваль в Лужниках. Провести в Лужниках, как бы, даже при таких связях, было не так просто. Это надо было просить разрешения у Лужкова, который был тогда заместителем, если я правильно помню, этого секретаря исполкома, госполкома московского. Да? И интересная история произошла, кто Стаса Намина познакомил с Лужковым. Юрий Никулин. Таким образом, просто помог организовать этот фестиваль. И все получилось. Лужков одобрил идею, как бы дал им Лужники. Вот. На фестиваль пришло порядка 100 тысяч гостей. Выступали Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella, Skid Row, Парк Горького. Парк Горького, ну, советская рок-группа, которая по Западу гастролировала. Продюсерский проект. Но как бы не об этом. Довольно интересно, что многие западные музыканты, участвовавшие в этом концерте, в частности, вот Ози Осборн и Bon Jovi, высказывались о том, насколько их поразило, что в Советском Союзе реальными рок-звездами являются не они, а группа Scorpions, что круче, чем Scorpions, не встречали никого. Вот. Но несмотря на 100 тысяч гостей, они такие типа немцы какие-то, Scorpions, да, чего? Да. Потому что, ну, Ози Осборн был главным рокером в то время, как бы, да. Никого круче не было. Все. И тут такое, как бы. Значит, 100 тысяч гостей. Несмотря на такое количество гостей, как бы никакие билеты окупить это мероприятие не могли. Вот. И таких доходов у советских граждан не было, чтобы там была какая-то такая рыночная цена. По 100 долларов в билеты. Да, да, да. И мероприятие окупилось и принесло солидную прибыль за счет трансляций, которая шла на 59 стран, в том числе в США, в том числе по MTV. И эти трансляции собрали более 1 миллиарда зрителей. То есть, всем было интересно посмотреть, как так, рок-концерт в Советском Союзе, диковинка какая. Там же, наверное, медведи прыгают с балалайками. В общем, потом это все было записано, продано в виде дисков и видеозаписей. Таким вот образом состоялся первый фестиваль с участием западных исполнителей. Но, собственно, знаковым и самым большим стал фестиваль 91 года «Монстры рока». Он прошел 28 сентября, когда уже как бы все уже до конца Советского Союза оставалось несколько месяцев. Да. Тут этот фестиваль чем примечателен? Тем, что, во-первых, он был очень большой, от 600 до 1 600 тысяч зрителей его посетило по разным оценкам. Причем точно подсчитать не представляется возможным, потому что вход был вообще бесплатный. Вот. Но как такое мероприятие могло состояться? Тут уже никакими трансляциями не отделаешься. И хотя говорят, что вроде как организаторы с американской стороны заработали там на записях, на трансляциях и так далее, все это представляется очень сомнительным, учитывая сам бюджет вообще мероприятия. Хотя артистов там было не так много всего. А кто там был? Из Запада было 4 исполнителя. Это AC/DC, Metallica, Pantera и Black Crowes. А с советской стороны группа EST. Вот. То есть, исполнителей, ну, таких было 4, да, ну и наши там EST. Кто знает этих EST? В общем, электросудорожная терапия. Ну да, все так. Как бы отвлекусь, как группа EST вообще туда попала? Хотя существует легенда, что они прям прошли супер отбор, и прямо эта группа как-то была прямо вот очень, ну, прямо самые крутые советские рокеры. Ну, как бы это не совсем так. Злые языки говорят, что на самом деле группа EST попала на этот концерт и выступила рядом с Metallica и AC/DC только потому, что
они, их продюсер Борис Зосимов был организатором этого фестиваля. Он просто... У которого была дочка Лена Зосимова, нет? Которая задрала всех на MTV, там бездарность. Возможно. Очень сильно подозревая, как бы. Продюсеры бывшими не бывают. Его компания, Biz Entertainment, по-моему, называлась, она организовывала много концертов в 90-е, в нулевые, много артистов продюсировала. Так что, возможно, как бы и дочка. Это как уже... Не знаю. Так вот, значит, интересно, как это все могло получиться? Ну, за чей счет этот банкет? Тут интересные воспоминания одного из организаторов фестиваля, Эдуарда Ратникова. В конце августа 91 года, как он говорит, значит, к Тристану Дейлу, советнику Бориса Ельцина, обратилась компания Time Warner с просьбой подыскать местных организаторов для воплощения своей идеи. А идея у них была такая: отпраздновать большим концертом победу сил демократии над империей зла. Это империя зла — это мы, если кто не в курсе. Да. Это, естественно, мы. Да. Это мы, орки, когда Михаил Елизаров поет там. Классно. Короче, значит, что за компания вообще Time Warner? Это огромный конгломерат американский, в который входит большое количество средств массовой информации и развлекательных, соответственно, организаций. Как-то независимый медиапродукт. Никакой пропаганды. Победа над империей зла. Безусловно, рупор американской пропаганды. Непонятно. Нет каких-то достоверных свидетельств, как бы, по которым мы можем судить о том, по своей инициативе они это делали или им дали указание это делать. Но формулировка именно такая, как бы, празднуем победу над империей зла. А каким образом к этому пришло, что это можно праздновать именно вот рок-музыкой? Я считаю, что именно потому, что вовремя не дали ход собственной рок-музыке. И у молодежи вот, в 89-91 году им уже сложно было предлагать свой аналог. Там ни Цой, ни ДДТ, там, ни Ария, ни там Гражданская оборона. Никто не мог посоревноваться по популярности с Металликой, там, и ACDC, или кем-то там еще подобным западным артистом. Просто никто. Вот. А если бы вовремя, как, ну, моя личная оценка, если бы вовремя, раньше чуть начали и заниматься этим вопросом, то, возможно, была бы своя конкурентная среда, в рамках которой появились бы свои радиотапки, на которых приведу хороший пример. Пошли наши... Была такая чудесная абсолютно белорусская группа «Песниры». Кто в музыке хоть что-нибудь понимает, ну, попробуйте послушать, как они играли в 70-х годах. Я как-то раз даже на концерт ходил. Они все были под таким серьезнейшим подпитием, но при этом играли безупречно, попадали куда на... За сценой, наверное, падали сразу. Но вот мастерство, профессионализм прям невыразимый. Ну, ведь родилось же такое, да? Это группы вот, натурально мирового уровня. Это надо было таскать по всей планете Земля, всем показывать. Обратите внимание, что у нас в Советском Союзе-то творится. Вот. Пластинки, записи, видео. Если бы того же Муслима Магомаева вывезли бы, почаще бы вывозили за пределы Советского Союза, сделали бы ему тур в США, я думаю, что это был бы разрыв бомбы. В частности, мне попадались воспоминания одного из участников Ленинградского рок-клуба, не помню имя, к сожалению, где он рассуждает о том, что если современному молодому человеку дать послушать записи среднего рок-коллектива того времени, начала 80-х, ну, советских рок-коллективов, да, и записи тогдашних советских популярных исполнителей, типа там Паллада, Бульбюль-Оглы, там, того же Магомаева, да, или там каких-то популярных ВИА, то современный молодой человек, он, честно говоря, не поймет, зачем надо было слушать рок-музыку того времени. То есть, если брать вот прям не Цоя, там, а каких-то средних исполнителей, потому что настолько низкое качество в сравнении с тем, что было на советской эстраде. Но... Многие смеются над Юрием Лозой, который рассказывает про то, что группа Rolling Stones не умела играть и не умеет и сейчас. Ну да, это так. С точки зрения вот именно исполнительского мастерства, ну, скромно, скромно. Есть люди, которые играют гораздо лучше. Другое дело, что группа Rolling Stones на
сочиняла своего такого, что оказало мощнейшее воздействие и на развитие рок-музыки, и вообще. Но сочинение это гораздо важнее, чем уметь играть. Вон Макаревич тоже там три струны дергать не умеет, а популярен был просто чудовищно. Вот упомянули про это фестиваль. Это говорит как раз о том, что молодежь хотела слушать рок, хотела заниматься роком, не имея возможности в открытую массово покупать западную музыку, да, там, и массово заниматься рок-музыкой там, в 70-х, да, только в начале 80-х это вот, в виде Ленинградского рок-клуба пошли вот эти вот первые попытки официального взаимодействия. Не имея эту возможность, да, это как бы вылилось во многом в подполье, которое имело, естественно, антисоветский окрас, да, потому что вы нам не даете, да, мы вас ненавидим. Все. Да. Как бы держать и не пущать, как бы, ну, какой это выход? Дурь. И, кстати, опять же, вот тот же Кошелев, создатель рок-клуба, занимавшийся вот 79-81 созданием, он об этом говорит, что у нас как раз и было понимание, что не пущать это не вариант. Вот. Закончится хуже. Да. И в частности, о профессионализме музыкантов дополню. Многие популярные рок-музыканты являются самоучками и не являются действительно профессионалами в музыкальной среде. Они не могут качественно, допустим, исполнять сложные произведения. Они пишут довольно простые произведения. Но часто эти простые произведения становятся популярными за счет драйва самого жанра рок-музыки. Так если оно простое, его человек воспринять может как простое. Если вы будете сравнивать группу «Сектор Газа» и популярность, и группу «ЕС», где там мега-мастера. Нет, это не будет. Многие самоучки достигали огромных вершин, да, как бы. Например, Джимми Хендрикс какой-нибудь. Да. Или там, ну, группа Deep Purple, там все сплошные уникумы, гении. Да, там, от Ричи Блэкмора там, до Джона Лорда, как бы, в общем, масса артистов, являясь самоучками, достигли больших высот. Вот. При этом в Советском Союзе родилась и интересная тенденция создания рок-коллективов из профессиональных музыкантов с профильным образованием. Тот же яркий пример – это группа «Ария», где у всех участников было профильное образование. Они прошли еще школу советских ВИА участия. Тот же Валерий Кипелов, ВИА «Поющие сердца», по-моему, пел. Или «Поющие гитары». Но факт в том, что он там пел вместе с Расторгуевым из группы «Любэ». Еще до появления «Любэ». И тот, и другой петь умеют. Да, петь умеют. Да. Конечно, уже возраст, уже не так. Но как бы и вся группа играть умела. И если их посмотреть, то группа «Ария» на пике своего могущества звучало гораздо сочнее, сейчас меня, наверное, проклянут, распнут любители рок-музыки, гораздо сочнее, чем Iron Maiden, гораздо разнообразнее. То, что они просто впитали лучшее, что было в их жанре, в мире, и начали на этой основе там, производить свои треки. Да, там слышны заимствования, но это заимствования у лучших. Вот. И плюс свои у них там наработки очень хорошие. Да, группа «Металлика» на порядок техничнее. Но, тоже играть не умеют. Нам и не знать. Как бы, ну, правы. Не всегда как бы скорость тапания по гитаре качество музыки измеряется. Да? Так вот, значит, вот этот вот фестиваль «Монстры рока». Значит, собрал людей очень много, но организация была ужасная. Во-первых, можно было проносить алкоголь, молодежь собралась заряженная, абсолютно протестная. Кроме фанатов рока, которые съезжались со всей страны, пришло большое количество хулиганов. Никто не знал, как такие мероприятия организовывать и охранять. И в качестве охраны основной силой стали военнослужащие внутренних войск, которым дали советские эти каски США-1 и дубинки. Они как бы не знали, что делать вообще, как направлять эту толпу. Да? Попытались разделить толпу на сектора, чтобы люди тупо не подавили себя. Угу. Кстати, проходило на Тушинском аэродроме мероприятие, да? А изначально хотели на Ходынском поле. И учитывая, какая давка возникла в итоге на фестивале, были бы интересные ассоциации с Ходынским. Я многократно на разные концерты ходил. Поначалу вот, на какие-нибудь Scorpions. Мне все время интересно было. Я в детстве в литературной газете читал, что реактивный самолет на взлете это там 120 дБ, группа Led Zeppelin 130, а артобстрел это 140. Потом я служил на военном аэродроме
где я спал под реактивными самолетами. В общем-то, громче реактивного самолета я ничего представить не могу. Это вообще не звук, там тебя уже просто трясет всего от этого дикого рева. У нас транспортные самолеты были большие. И потом, вернувшись из советской армии, я отправился на концерт группы «Скорпионс». Они как раз первый раз приезжали к нам в Питер. Ну, без всякого лицемерия, я ничего подобного даже представить не мог. Я возле сцены стоял, там такое чувство, что тебя, не знаю, матрасом свернутым по башке бьют, там аж плющит и колбасит, так с ума сойти. Потом много раз я туда больше не ходил, мне там свитер от задницы до затылка разорвали, оторвали одну подметку на ботинке. Ну, там весело, конечно, но надо крепким физически быть. А потом я сидел в зале, так сказать, на этих, на это у нас в этом ВСКК, который там поломали, новый построили. Я сидел, смотрел, как это происходит. Ну, вот толпа, которая возле сцены собралась, ничего еще не началось. Еще там, ну, за сколько они там, я не знаю, за, условно, минут за 30. И только одного за другим оттуда вынимают и в скорую помощь. Потому что там давка, там дышать невозможно просто. Люди теряют сознание. Что там с тобой будет, когда ты упадешь, тебя просто затопчут там. Ну, это никто не знал, как. Нельзя бутылки проносить, например, вот как сейчас. Потому что они из бутылки допьют ее, бросят обязательно. Бросят в толпу. Да, в толпу по башке прилетит. Такое да, на сцену прилетит. Там. Нет, так нельзя. И алкоголь продавать нельзя. Только пиво, в крайнем случае. Так-так. Да. И, значит, фестиваль состоялся. Значит, попытались эту толпу от сцены поделить на сектора цепочками. Бесполезно. Значит, полиции и военнослужащих, это все не очень работало, потому что народ ломился. Ну, явление такое, как бы фантастическая редкость в Советском Союзе, да, и народ ломился к сцене. Естественно, возникла давка, возникали потасовки, охрана пыталась, и полиция, значит, людей от это самое. Тогда никто не думал о зонировании, что есть фан-зона, куда там можно пустить определенное количество людей за забор, да. Что существует там общий танцпол, там заборы нужны для заборы, начала. Ну, вот это вот зонирование, да, куда придется определенное количество билетов. Они сколько входных продал, так все и вошли. Как бы. А там вообще был свободный вход. А солдатиков сомнут. Да, соответственно, фестиваль этот вошел благодаря журналистам в историю под названием «Тушинское побоище», потому что возникали массовые драки, естественно, между посетителями, полицией, хулиганами, как бы, и необиженным не ушел никто, как бы. Порядка 100 человек получили травмы, около 50 были госпитализированы. Я слышал рассказы про то, что там кто-то даже погиб, кого-то изнасиловали, но никаких... Мёртвого! Никаких официальных свидетельств вот таким эксцессом не было. Прямо вот никаких доказательств, что кто-то там погиб, нет. Травмировались, да. Как бы. Потом возникла давка еще на выходе, то, что толпа, как бы, выход в, как бы, ну, не предусмотрено на такое количество. Вот. Но из разряда забавного это то, что группа AC/DC после этого фестиваля больше никогда не приезжала в Россию. Почему? Они выступали последними после «Металлики». И это уже было настолько поздно, что многим надо было там, на метро, на электричке, на общественный транспорт. И половина зрителей просто ушла. Хоть и AC/DC, не AC/DC, как бы, но как бы, не все были готовы ночевать на вокзале. Многие были иногородние, да, со всех уголков. Там, отовсюду, со всего Советского Союза прям люди ехали. И группа AC/DC, увидев вот такой исход людей, просто обиделась. Там лидер группы, забыл, как его зовут, он устроил прямо на сцене этот, грозную речь, такой типа, что вот там туда-сюда. Но они выступили, отыграли, как бы толпа веселилась и радовалась, но тем не менее AC/DC вот настолько обиделись, что после «Металлики» перед ними все ушли. Как бы, есть не еще, все половина. Есть еще это... пара хороших примеров. Заезды Майкла Джексона и Мадонны. Россия – единственная страна, где на концертах Майкла Джексона и Мадонны не было аншлагов. А вот «Ласковый май» рядом выступал, там – да. Да, да, да. Потому что, хотя течение культуры общее, отличия всегда есть. И то, что популярно там, не всегда будет востребовано, не всегда, да. Как бы у нас. Вот, и вот такой даже вот... последний пример. Когда в последний раз приезжал Оззи Осборн, к нему в Ледовом дворце пришло 7,5 тысяч человек. 7,5. Ну, это ни о чем как бы.
А в этой, как она, Газпром-арена наша, к шнуру пришло 65 тысяч. Да, 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 вот да, так да, проходит слава Мерцкая. Да, да. Блин, ну где шнур, где... Тем более уже в нулевых годах. Как бы... Да, значит, фестиваль Monster Rock 1991 года стал завершающим в истории советских фестивалей. И хотя первые фестивали, с которых мы сегодня начали, вот эти вот массовые революционные представления 18-20 года задумывались Луначарским как просветительские и как пропагандистские, как политические, где развлекательная сторона по его же высказываниям была важна, но не должна была стоять на первом месте. Точно так же последний фестиваль стал идеологическим, политизированным, хотя это нигде не позиционировалось, да, и позиционировался как такая вот жирная точка в борьбе Запада против Советского Союза. Да, как бы. Вот, к сожалению, состоялось это именно так, хотя могло быть иначе, да, но на этом фестивальная история как бы наша не закончилась. Кратко про 90-е нулевые. И, собственно, в 90-х массовые мероприятия расцвели на просторах бывшего Советского Союза буйным светом, росли как грибы. В 95-м году появляется Максидром, в 99-м нашествие, фестивали, которые ну, многолетнюю там историю имеют. Да. И что интересно, хотя история фестивального движения музыкальной культуры в Советском Союзе была очень разная и имела светлые и темные стороны, да, и поддержку, и противодействие. Не всегда все начинания находили поддержку своевременную властей. Вот. Тем не менее, я не знаю ни одного факта какого-либо разгона или пресечения концертов, фестивалей во время Советского Союза. Первый такой эксцесс произошел уже во времена нашей современной демократической России. В 1998 году в Ленинградской области произошел разгон ОМОНом фестиваля «Радуга». Вот. Там ну, такой хиповый название фестиваль. Название подозрительное. Да, ну, как бы там хиппи какие-то собирались. Людей было не очень много, что-то там пара сотен человек. И не вдавался я в подробности, из-за чего это произошло. Фестиваль был неофициально не согласованный. Ну, скорее всего, да. Да. Тебе ли теперь не знать, как мероприятие проводить? Естественно. Надо с администрацией вообще массовые мероприятия надо согласовывать. Да. Соответственно, какой с кем конфликт у них возник, почему, хотя подобных мероприятий в России проходило много, которые, ну, собралось там 100-200 человек, ролевики там собирались, хоббитские игры проводили, ничего не согласовывали в лесу. Почему именно это мероприятие привлекло, но в 98-м году? Ну, видимо, уже времена как бы менялись, вольница 90-х заканчивалась, да, но, тем не менее, такое вот событие произошло. Вот. А в Советском Союзе такого как бы не происходило. По крайней мере, я не знаю таких примеров. Из интересного, кроме музыкальных фестивалей всевозможных, которые уже имели полностью вид классических там, западных опен-эйров с палатками, с многодневным проведением под открытым воздухом, появлялись фестивали новых жанров. В частности, фестивали исторической реконструкции в 1997 году под руководством небезызвестного нам Клима Жукова в Выборге произошел фестиваль «Рыцарский замок». Там было совсем чуть-чуть участников. Если фотки найду, то покажем. Вот, прямо во дворе замка люди в доспехах посражались. Как бы это был первый фестиваль. Уже в 2003-м фестиваль в Выборгском замке, Рыцарский замок, собирал порядка 1000 участников-реконструкторов со всей России и из бывшего Советского Союза. Там, с Белоруссии, с Украины приезжали участники. То есть, движение исторической реконструкции росло и крепло. Тут хочу отдельно вспомнить снова про Вудсток. Почему? Потому что, поскольку музыкальных фестивалей формата Вудсток, где есть сцена, есть толпа, которая это слушает и живет там же, их стало очень много, конкурировать с ним, им между собой стало очень трудно, появились новые форматы, совмещающие в себе разные жанры и направления. То есть, появились тематические фестивали. В частности, таким стал наш «Былинный берег». Если в ролике нет рекламы, значит, весь ролик реклама. А теперь реклама «Былинного берега». Короче, наш «Былинный берег», да, вот сейчас вот кратко расскажу, объединил идею фестиваля исторической реконструкции, музыкального фестиваля и фестиваля научно-просветительского, по заветам Луначарского, где у нас выступают кандидаты и доктора наук, историки, социологи и так далее.
В частности, будет выступать Клим Жуков. Вот, вместе с вами проведет живой. Я на подхвате. Да. Вот. И это нам позволяет что сделать? На классическом музыкальном фестивале человеку, когда он послушал музыку, а сейчас выступает группа, которая там, его не трогает, заняться нечем. А у нас есть чем. Человек идет и смотрит на историческую составляющую. Участвует в ремеслах мастер-классах, смотрит бои, там, может зайти в таверну и так далее. Может пройтись по ярмарке. У нас самая большая средневековая ярмарка вообще в бывшем Союзе. Может быть, даже и в мире. В общем, более 100 мастерских принимает участие. Собственно, закрою, тут уже нечего подглядывать. Так вот, и... Я себе прикупил какую-то адскую рубашонку из крапивы. Отличная вообще. С носу нет. Да. И работает у нас это таким образом, как определенная воронка. То есть, за счет музыкантов мы привлекаем большое количество молодежи и людей разного возраста, в том числе семейных. Дальше у нас идет следующий слой пирога – историческая реконструкция, познавательная, интерактивная вещь, очень развлекательная, качественная. Дальше у нас идет, собственно, просветительская часть исторической лектории, где люди, которые приехали ради музыки, ради отдыха на природу, могут пойти в наш прекрасный лекторий, который был площадью 300 метров квадратных в прошлом году, а в этом хотим сделать 500 метров, потому что не все поместились. Большой, как вы помните, да. 500 метров квадратных с большим экраном, чтобы все было видно хорошо, все лекции записать. В общем, люди приходят уже туда и просвещаются. Да. Потому что мы хотим популяризировать научный подход к изучению истории. Потому что, к сожалению, антинаучные течения, различные вот там теории заговора и так далее, всяческая шиза, она просто не то что на волне, она заполонила вообще интернет, заполонила YouTube. И вот там, если ты хочешь что-то на историческую тему найти, скорее всего, в первую очередь найдешь каких-то... Продраться через дегенератов невозможно. Плоская, да, земля. То, что я хотел более вежливо, да, сформулировать. Вот. И, соответственно, мы восприняли вот интересную идею, которую проект Anthropogenes.ru проводит «Ученые против мифов», да, и постарались воплотить это на свои площадки. Таким образом, совместили реконструкцию, научно-просветительское мероприятие, музыкальный опен-эйр. Пух. И оно как бы выстрелило. В прошлом году 12 тысяч, в этом году мы могли собрать 15-16 тысяч, судя по динамике продаж. Но, к сожалению, возникла вот эта вот ситуация, что в Кимровском округе Тверской области нам выписали запрет на проведение под видом, ну, по причине террористической угрозы, да? Но она действительно есть. Она есть, да. Не спорим. Нам пришлось искать новую площадку. Но тут пример плохой работы, я считаю, властей с нами, потому что массовые мероприятия, как мы видим, по стране идут. И еще какие массовые, еще с какой периодичностью. Вот. В данном случае нам как бы, ну, не предлагали никакого контакта, обсуждения. Просто вот вам запрет от главы. Вы хоть объясните, а что можно сделать для того, чтобы разрешить? Без всяких объяснений. Мы говорили, ну, ладно, мы сразу обратились, а давайте мы, ну, как бы какие-то требования по безопасности соблюдим и проведем. Не, все, решение принято. Когда мы заявили, что мы будем переезжать, там уже из области с нами связались, Тверской, типа, а давайте все-таки искать компромиссы. Но, как бы, к сожалению, встретили там определенное противодействие от людей, не заинтересованных в том, чтобы отыграть разрешение, запрет отыграть решение. Да, и в итоге мы переместились в Тульскую область, 2 часа от Москвы. Значит, фестиваль пройдет в свои даты. Сейчас мы на финальной стадии согласования. Вот, там все соответствует необходимым мерам по безопасности. Территория окружена забором, видеонаблюдение, рамки металлодетекторов. Соответственно, полиция, скорая помощь. Это да. Плюс, да. Ну, свою охрану в достаточном количестве мы обеспечиваем еще. С топорами и копьями? Нет, просто ЧОП приглашаем, вооруженный, ВОХР, вооруженную охрану. Да, как бы. И, соответственно, ситуация сейчас такая. Если нам подписывают разрешение, фестиваль проходит. Если не подписывают, то переносим на 25-й год, но затею мы свою не бросаем. Заниматься будем в этом году 19-20, 21 июля. 24-го года. Значит, когда выйдет ролик, у нас уже должно быть разрешение, а если не будет разрешения, то будет объявление о переносе. Соответственно, по промокоду ОПЕР скидка 500 рублей на билет. Вот. И, соответственно, всех приглашаю. Я надеюсь, что мое выступление, моя лекция была интересной, да, и как бы познавательной. Если считаете, что я что-то упустил,
пишите в комментариях, если считаете, что я как бы мерзкий капиталист, тоже пишите в комментариях, потому что будешь изобличен. Потому что пишут постоянно. Ну и как бы, собственно, мой рассказ на этом все. Ну, что сказать? Успехов, Иван. Все должно пройти нормально. Спасибо, Дмитрий Будем Юрьевич. В общем, да. Надеемся на лучшее. Все на фестиваль «Былинный берег». Мы в прошлом году были, было круто. На сегодня все.